утюг с мощным паровым ударом и функцией вертикального отпаривания для повседневной глажки. В этом видео распакуем утюг от бренда Tefal, модель FV6833E0. Рассмотрим его подробнее. В комплектацию входит сам утюг, мерный стакан, инструкция и гарантийный талон. Гарантия на прибор 2 года. Корпус утюга пластиковый. Подошва Duralium Air Glide легко скользит по тканям и равномерно распределяет пар благодаря паровым отверстиям, расположенным на носике утюга в центре и по бокам. Треугольная паровая зона на носике утюга разглаживает трудные участки, например, воротнички. На ручке расположены кнопка распыления воды и регулятор интенсивности пара. На обратной стороне ручки вынесена кнопка постоянной подачи пара. Объем контейнера для воды 270 мл. Отверстие для заполнения находится в основании носика и надежно закрывается крышкой. Ниже расположен распрыскиватель. Под ручкой находится круглый переключатель температурных режимов. Длина электрошнура 2 метра. Благодаря шарнирному креплению он не путается и не перекручивается во время работы с утюгом. У этого утюга высокая мощность – 2800 Вт, что обеспечивает быстрый нагрев прибора. Есть функция вертикального отпаривания. Пар подается с интенсивностью 50 грамм в минуту. Мощность парового удара составляет 260 грамм в минуту. Сможете быстро разгладить любую вещь. А еще есть функция капля стоп, которая предотвращает попадание капель воды на одежду во время глажения. Благодаря эко-режиму прибор может потреблять на 20% меньше электроэнергии. Однако обратите внимание, что функция автоотключения не предусмотрена. Утюг оснащен съемным коллектором для накипи, который поддерживает легкую очистку и продлевает срок службы устройства. Что в итоге? Утюг Tefal FV6833 3.0 подойдет тем, кто ищет мощный прибор для глажки и отпаривания. Подошва Duralium Air Glide равномерно распределяет пар и легко скользит по тканям. Мощность 2800 Вт и паровой удар 260 грамм в минуту позволяют быстро и эффективно разглаживать даже глубокие складки на одежде.